Всем привет, дорогие друзья, почему мы голосами с БТС сегодня мы продолжаем играть в игру за Невом. FIFA 15, это карьера за тренера, FIFA 15. Да. За Спартак и продолжаем с нашим Пурил Секинг. А чё, Дюба типа есть играет? А Дюба чё, а почему Дюба не играет? Рамул, давайте выпустим, он просил нас выпустить, типа он крутой. Давайте вместо Ширкова выпустим его. Миранчука что-то вообще не видно, цапник он у нас. Вот, вместо Мирончика, братан, выходи. Аршавина выпускаем вместо Салаха. Потому что Аршавин и Камбаров, Промыс, думаю, они сейчас такое творят там. Ладно, и все, ребят, погнали дальше играть. Следующая игра у нас с Рубином. Играем дома, так что обязан затащить их. Давайте сразу, без всяких комментариев, сразу начинаем матч. Следующая у нас игра спорта у Лиги Чемпионов, так что нам надо к ней подготовиться более как. Потому что мы даже Атлетик Бильбао 2-0 проебали. Так что... Куда ты бьешь-то? Куда он бьет? Он бьет куда-то... Попал же. Бам. Ладно, давайте сразу же начинать. И мы разводим. Я думал, сейчас на второй минуте тоже гол будет. Так, лады. Продолжаем играть, ребят. Думаю, именно в нашей лиге мы будем на первом месте в FPL, хотя фиг знает. Там как пока что играет с Зенитом ЦСКА, потому что не слабая команда, как-никак. Но вот если мы МЮ обыграем, мне кажется, там уже ничего страшного не будет. Упс. Еле-еле спасли. Кост один. Угу, Кост один. Ты еще не способен на одного. Отлично. Ой, Камбаров, задай уровень. Блять. Жарнося 0-0 у нас будет. Бей! Ёб вашу маму. А, Аршавин у нас же. Теперь у нас Аршавин в основе гамает. Ёб вашу маму. Ёб твою налево! Плохо. 0-1. Рубин нас выигрывает. Мы выиграли, блядь, Урал 0-4. Ладно, думаю, ничего страшного. Сука. 0-1 нас выиграют уже. Уже нас выиграют, сука. 0-1 на 16 минут. Нам надо камбэчить. Камбэчить как... Никак не камбэчили. Надо делать счет 1-2. Ну, хотя бы... Ладно. Ладно, что я привлечу? Хотя бы ничью. От тебя, братан. Да, блядь. Отлично. Если наш второй забьют, это все, это похороны. Чё ж вы так говёно-то играете? Вы чё делаете-то, блядь?
Понятно. Ой. Подавай рубин. Рубин обыграл Локомотив, так что я понимаю, это что не слабая команда. Погнали. Да блядь. Ну отнимите вы, инвалиды. Часы мне, блядь, что-то пиликают. Гол! В девятку Озбелис просто ноунейм прошел всех и забил гол в дебютину. Просто. Это гол 1-1 счет. Мы делаем, мы сравниваем. Просто смотрите просто. По... И прям в девяточку. Ладно, не расслабляемся, блядь, нам надо вытаскивать, нам надо просто... Нам не то, что надо сейчас... Не то, что нам надо сейчас сра... Держать ничего, нам надо сейчас выигрывать. Я настроен серьезно на выигрыш. Именно выигрыш. Очко. Угол. Угол, угол, угол. Угол. А вы помните, что у нас угла было? Матча Урал, Спартак. Что? Что это? Он сейчас опять голь с головы залетит. Ладно. Мешать не вредно. А, тем временем, что первый тайм заканчивается почти. Бей. Время у нас еще, думаю, куча, чтобы сравнять счет. Спартак. Спартак не расслабился, просто Спартак разогревался, так сказать. Вот сейчас мы профукали мяч, конечно, глупенько. Конечно, владение мячом лучше у Рубина. Но владение... Владение ничего не значит. Красавчик. Погнали. Ромула. Пенальти. Пенальти. Блядь, назначаешь штрафной. Ну ёб твою маму. Ну все. Все, ничего, выбитый конец тайма первого. Все. Так, ладно, ребят, продолжим сейчас сразу же, думаю. Ничья после первого тайма у нас, конечно же. Поехали дальше. Надо удара. Не кричите, блядь. Сергей Ребров. Фэр Ронни.
Ой. Ой. Блядь. Ну что это? Мячики у щенков отбирают. Пушка, ебануться. Чё ребро сотворил? Речь подавай. Ребров. Блядь. Ну камбара. Как так-то? Да. Ну что вы делаете-то, блядь? Гол 1-2, пиздец. Лады, 62 минуты, еще 30 минут до конца, так что думаю, у нас есть шанс закомбэчить. Хотя бы до ничьи. Это хотя бы, потому что уже, мне кажется, на выигрыш нет шансов. Без комментариев, ребят. Без комментариев просто. Просто без комментариев. 1-3, до ничьи невозможно. Второй гол-то еще, может быть, у нас будет. До ничьи тут вывести уже почти невозможно. Гол! 2-3! Спартак! Ребят, это что-то невероятное. Это 2-3, и сейчас, возможно, вообще камбэк вовсе. Потому что если будет 3-3, это будет самый большой счет за всю историю. Даже 0-4 опереждает. Ребят, у нас есть шансы. У нас еще 30 минут целых. Так что, ребят, все, ребят, поехали дальше. Главное, чтобы нам сейчас не забили. Вот главное, чтобы нам сейчас не забили. Отлично. Желто. Бейте, пожалуйста. Гола не надо. Нам ничья нужна. Нам 15 минут осталось поиграть всего лишь. Заткнитесь быстрее. Все происходить. Ну, пожалуйста. Побежали, ребятушки. Ребятушки, ребятули. Нет, блядь! Если бы сейчас был гол, это было бы радость. Да я не упаду, но все, 10 минут тут. Мне кажется, уже без шансов, хотя...
хотя надежда есть всегда. Нет. У нас есть еще время. У нас еще есть время, чтобы сравнить счет. Промас. Блять, кто у нас там дох-то? Коста. Кто у нас Коста? ЦПшник. Шириков. Вперед. Блять, все, 86 минут, тут уже все похороны мои. Меня хоронит просто, Рубин меня хоронит. И мы тут, скорее всего, мы ничего сыграли с